Всем привет, с вами Алексей, 29 октября 2018, 18 км от Харькова, сорт Боровской. Сейчас мы копаем горизонтальные отводки, копаем сорт Боровской. И решил заснять небольшой видосик, потому что, вот смотрите, шла веточка, небольшая однолетняя веточка. И с нее получился вот такой вот отводочек, посмотрите корневой. Он невысокий, высота где-то 30-40 сантиметров, и он уже весь усыпан мужскими сережками. Этот сорт очень стремится к плодоношению, и орехи могут быть в первый же год. Вот поэтому в этом плане, конечно, он, наверное, лидер среди моих сортов, те, что у меня есть, по крайней мере. Ну, результат... Скажем так, не все такие отводки, конечно. Результат в этом году я недоволен, но и, к сожалению, не все мои заказчики получат саженцы. Но что поделаешь, на следующий год, я надеюсь, все получится более благоприятно. Так что вот такие вот чудеса, прекрасный саженец, кто-то посадит. И, возможно, на следующий год, скорее всего, в нем будут уже... орешки. Все, всем спасибо, кто смотрел. Сорт Боровской. Всем пока.